все за с креветками. Цезарь, ну норм. Вкусненько. Вот это вот. Кстати, здесь нет обед. Ну, собственно, в Москве тоже бывает вкусный цезарь. Угу. Креветка прикольная такая. Она какой-то штучный, мне кажется, рисовый какой-то. Жирненько, горяченько, все, что-то вкусно. Ну, а так вполне, едабельно, как говорится. Учитывая, что это бар, а не ресторан. На вкус. Да.